Чуть-чуть идти, чтобы хотя бы плюс-минус, что увидели. Вот я иду, у меня сумка еще телемпается за плечом, чтобы вам интересного показать. Вот, например, листочек с шикарнейшим освещением. Есть тапы. Я не знаю, что в фокусе, слушай, извините, но солнце до такой степени, что лупит. Так, и снова включили звук, в целом и картинка. Причем прикол, что я смотрю, что стабилизация, потому что в целом для телефона такой стоимости, вполне окей. Но звук, думаю, будет нормальный. Так, ребят, ну естественно же, что пишется на камеру для селфи, что пишется по качеству HD-видео, чтобы вы увидели в целом картинку, потому что звук, стабилизация, кстати, уже включена, но она тут цифровая идет, я не знаю, конечно, что оказывается в конечном итоге. И в целом, именно чтобы вы увидели вот автомобилей, целая куча, я так думаю, что будет в конечном итоге кому-то интересно. Но лицо я смотрю, что спряталось, а при солнце, вот видите, стало чуть лучше, и видно, какой я шоколадный зайчик стал. Всем спасибо, мир. Вы включили, чтобы камера писалась, да? Вот я включил ее. Снова всем привет, вы на канале Азыки из Китая. Мы испытываем телефон от компании HomeTom C8. Кстати, автофокус тут отказывается включаться или включается, но думает. А так если сделать? Опа. Да, автофокус. Смотрите, в чем прикол, ребят. Опа. И пишет дальше. Видите? А останавливается. Так, ребят. Снова пишется Full HD видео. HomeTom C8, чтобы вы увидели, ну, хотя бы чуть-чуть картинку. Так, извините, я как раз курю, но автофокуса я смотрю, тут нет. Видите, я ткнул пальцем и стало лучше. Опять я встал, и картинка нету. Идем дальше, цветочка может только вот, чтобы красивее было. Покажу. Раз. Опа, и стало уже симпатичнее, красивее.